Дорогие друзья, еду в самом сердце Вашингтона. Передо мной монумент Вашингтона. Наверняка знакомы с ним. За мной Капитолий. Сейчас я покажу. Вот. За мной Капитолий. У них какая-то тусовка. Вчера прошел прекрасный концерт. И я, воспользовавшись каким-то мобильным приложением, снял велосипед. Погода очень хорошая, тепло. Просто немножко ветер, поэтому я в капюшоне. А вообще классно. Всем большой привет. Поздравляю с наступающими нашими праздниками с 4 ноября. Вот. Так что, что я вам хочу сказать. Неплохо в сердце США, но у нас не хуже. Я в таком состоянии не выступаю. Правильно, Павел Николаевич? Вот, я понял, кто президент уже. Не менялся последние 2 минуты. Вообще, я обычно помню, в каком я городе. До встречи!